Черные клубы дыма появились в небе около 2 часов дня. Жуткое зрелище виднелось за несколько километров. На звуки сирены в переулке Куйбышева сбежались десятки людей. Евгений Родионов заметил пожар одним из первых. Напуганная хозяйка выбежала из дома и попросила мужчину вызвать спасателей. Они приехали сюда. Так получилось, что во дворе дома стоял автомобиль, и его невозможно было выгнать, хозяина не было, невозможно было подъехать. Потом подъехал хозяин, выгнал машину, и началось тушение пожара. Со слов очевидцев, сначала огонь охватил один сарай, а уже потом перекинулся на соседние строения. Спасателям были поставлены непростые задачи. Помимо ликвидации пожара в такую жару, очень важно не дать пламени распространиться дальше. Жарко-то не от солнца. Хозпостройка в центре города вспыхнула средь бела дня. В причинах еще предстоит разобраться специалистам, но уже ясно одно – зрелище здесь точно не для слабонервных. Черный дым разъедает глаза, крыша и стены рушатся прямо на глазах. По предварительной информации, никто не пострадал, однако такой пожар оставил нешуточные последствия. В ужасе не только хозяева, но и соседи. Беспощадное пламя было готово подобраться к их имуществу. Пожары в Бобруйске исчисляются десятками. По всей стране цифра подбирается к 3000. Огненные ЧП фиксируются ежедневно. Причин множество. Но в каждом случае ясно одно – огонь не дает отсрочек и не прощает ошибок. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Сирена.